Компания «УО-Строй Монолит» уже более 15 лет специализируется на строительстве жилых комплексов и объектах коммерческой недвижимости. Доработки программного продукта 1С зарплаты и управления персоналом 8 потребовались для внедрения системы контроля работников на строительных объектах. В частности, хотелось видеть перемещение сотрудников по участку, а также вести учет проведенных операций и затраченных часов. Помочь с доработками конфигурации согласилась фирма «УО Кудерлайн». Разработчик сперва провел полевые работы и установил совместно со специалистами заказчика техническое оснащение. Затем перешли к автоматизации контрольно-пропускных пунктов в программной части зарплаты и управления персоналом 8. Оборудовали текущие строительные площадки всем необходимым для реализации проекта. Компьютеры с тонким клиентом 1С, терминалы считывания магнитных карт, турникеты и видеорегистраторы. Внесли изменения в кадровую базу компании и обновили личные карточки сотрудников. Определили рабочие группы по строительным объектам. Закрепили за работниками идентификационные номера. Заказали выпуск именных магнитных карт сотрудникам. Разработали функционал для внедрения полноценной системы контроля доступа SCOT на базе 1С зарплаты и управления персоналом 8. Доработали тонкие клиенты 1С на объектах для работы с базой кадров. Настроили техническое оборудование на определение карточек сотрудников. Синхронизировали обмен данными с основной программой 1С. Разработали функционал учета прохождения работников через КПП и обработки полученных данных. Задали алгоритмы сопоставления полученной информации с установленным графиком проекта, затраты трудочасов, количество выполненных операций, занятость персонала и прочее. Внедрение SCOT и автоматизация процессов специалистами Кудерлайн позволило менеджеру эффективно управлять персоналом на строительных площадках, следить за явкой сотрудников и перемещением. «Строй Монолит» рекомендует Кудерлайн.